Будьте мне на даче. Может, чистить снег. Снега много навалило. Дом закрывает. Прочистим своих теплиц. Я переживала, потому что теплица порвет. Но сверху снега было немного. И тут вот горы. Снег. Откопал свинятую. Я ее немножко вязала. У нас кустик торчит под снегом. Немножко, конечно, не рассчитала близко цветок теплицы посадила. Надо будет пересаживать. Так вот у нас выглядит наш сад. Ветки почти все под снегом. Колодец. Наш столб со светом. Мангал весь в снегу. Снега очень много. Муж накидал немножко снега в теплицу. Теплица, слава богу, не деформировалась, ничего. Все в ней хорошо. Такое вот состояние. Вроде бы поликарбонат весь целый, боялась, что его порвет. Немножко, конечно, он подпрогнулся, поликарбонат. Ну, может быть, тепло будет. Да, вот как снег падал, стекал, выгнулся. Немножечко бы пораньше. Так, вроде бы все хорошо. Вот такие вот у нас дела обстоят 30 января 2022 года. Септик тоже весь снегу. Ой, септик, кому